Центре объединения гражданских инициатив «Единое» на базе клуба первичных отделений «Единой России» прошел обучающий семинар. Встречу посвятили предстоящим выборам губернатора. В мероприятии приняли участие одинцовские активисты-единороссы. Они обсудили вопросы доступности участковых избирательных комиссий для людей с ограниченными возможностями здоровья и определили пути их решения. Кроме того, рассмотрели проблемные обращения от секретарей первичных отделений для улучшения выборного процесса.